Венгрия закрыла границу с Хорватией для беженцев. Об этом официально заявили в правительстве. В Будапеште отметили, такие жесткие меры проводятся в целях безопасности собственных граждан. Минувшей ночью около 2000 переселенцев успели попасть в страну на поезде. Но отныне лишь через две особые транзитные зоны беженцы смогут легально попадать на венгерскую территорию. Ранее Будапешт закрыл границу с Сербией, сейчас Хорватия начала перевозить беженцев в границы с Словенией, отметив, что такой план согласован со словенской стороной. А у берегов Турции снова трагедия. Там перевернулась лодка с беженцами, направлявшимися в Европу. Погибли 12 человек. Другие подробности происшествия пока не сообщаются. У греческого острова Лесбос полиция обнаружила тело девочки, которая вместе с родителями пыталась скрыться от войны. Судно береговой охраны страны столкнулось с лодкой, переправлявшей людей из Турции. Погибли трое взрослых и трое детей.